Всем привет! С вами опять я, Павел Багрянцев. Знаете, решил записать это видео сразу по окончании мероприятия, которое я только что провел. Мероприятие, кстати, очень крупной мировой компании. Я сейчас нахожусь у нее в офисе. И, знаете, я понял, что такое секрет любого успешного мероприятия. Поэтому это видео я посвящаю специально тем людям, кто хочет иметь творческую профессию или кто ее уже занимается. Будь вы ведущий, шоумен, будь у вас какой-то творческий коллектив, не принципиально. Хотите секрет любого успешного мероприятия, чтобы гости были всегда довольны, у вас всегда были заказы, а соответственно и деньги. Все очень просто. Делайте все с позитивом. Какое бы мероприятие ни было, сколько бы ни было человек, друзья, больше позитива. Сколько я вижу артистов и ведущих, которые приезжают с кислым лицом, отрабатывают, уезжают. У этих людей никогда ничего не получается. Так что будьте